Из-за вот этих вот фишек многие хотят именно iPhone. Пусть в айфонах и самые худшие аккумуляторы, но это все равно один из самых живучих флагманов. И перед тем, как я скажу, почему фанаты переходят на iPhone, вы должны знать, что в моем паблике ВКонтакте сейчас проходит розыгрыш. Все подробности и условия участия вы найдете по ссылке в закрепленном комментарии. А все почему? Все благодаря оптимизации, потому что смартфоны от компании Apple практически не разряжаются в простое и получили вообще лучший режим энергосбережения. Ну и к тому же, покупая iPhone, вы еще и получаете лучшие базовые приложения. Вот, например, GarageBand для создания музыки, удобный видеоредактор и, кстати, даже профессиональную программу для презентаций. А вот эту вот фишку я вот прям уверен, что хочет скопировать каждый производитель Android устройств. Конечно, потому что люди ради нее вообще не жалели денег на iPhone 14 Pro, потому что динамический островок и выглядит прикольно и упрощает еще многие повседневные задачи. Ну и главный, конечно, момент — это то, чтобы ушный iPhone проще продать и меньше потеряешь денег при продаже. Подписывайся.